собрались на собрание прям. Вот с других этих отсеков, плацкартный вагон такой, с других отсеков попросили: батюшка, вы не могли бы погромче, как бы, мы тоже хотим слушать. Я, значит, ну, Бог здоровый меня обидел, значит, раз сажусь на боковушку и давай туда и сюда, значит, и как бы, чтобы от туалета и до проводницы, чтобы как бы слышно было, как бы, и давай политику партии, как говорится, да. Вот, значит, об Иисусе Христе, Евангелие рассказываю, и вообще такая благодать, вообще все хорошо, все, чуть не аминь, аллилуйя. Думаю, ну я понял, что-то не то здесь, вот где-то собака завитая, вот обычно где-то 5 копеек своих дьявол все представляет. Ну как бы, но поначалу не придавал значения, и давай, значит, дальше, значит, правду матку. Значит, и вдруг, значит, по громкой связи передали медицинских работников просьбу пройти в наш вагон. Я так еще, блядь, все живы-здоровы, что они зовут медицинских? Я даже не подумал про проводницу. Я про них вообще даже не подумал. Вот, хотя надо было подумать. Но я настолько был увлечен, что только лишь потом, вспоминая, я понял, что что-то не так было. Потому что обычно вот там, где проводники, дверь открыта. А это закрыто туда, к ним, где самовар их. Вот, закрыта была дверь. И, оказывается, туда прошли все эти проводницы всякие с разных вагонов, начальник поезда. И нашелся таки врач, оказывается. С другого вагона пришел в наш вагон, туда пришел как раз на место. Но это я потом все узнал. А тогда я, значит, людям рассказываю об Иисусе Христе, все это хорошо свидетельствую. И вот и вдруг, значит, подходят две проводницы ко мне. Значит, одна с нашего вагона, вторая проводница, а другая с другого вагона. И они говорят: вы же батюшка, священник. Я говорю: да, говорю. А вы не могли бы помолиться за нашу проводницу? А я вижу, они чуть не рыдают уже, чуть не плачут. Ну, сдерживаются, знаете, как бы. Но понятно, что что-то у них плохо. Я говорю: а что случилось? И они так тихо-тихо мне на ушко так: она умирает. Ну и вижу, а сейчас прям разревутся уже. Я, значит, конечно, да, конечно, конечно иду. Но мало ли что случилось. Мы не поняли друг друга, они поняли, что отходную молитву почитать, как бы, значит, надо. Потому что врач пришел и сказал, что все, мы ее не довезем уже до станции. Вот, значит, и... Они думали о отходной молитве, а я думал просто за исцеление. Оказывается, пришлось за воскрешение молиться. Вот. И когда попал туда, за двери, за мной закрыли дверь, а все пространство и тамбур был заполнен народом, этими проводницами с разных вагонов, и начальник поезда. И как раз только зашел, оттуда врач с купе проводников, значит, протиснулся врач. И, значит, и он, значит, обращаясь к начальнику поезда, говорит, что так и так, отбой давайте этой реанимационной машины, вызывайте труповоз, у нас труп. Короче, что такое? И вот женщины стали еще больше плакать, и, значит, это начальник по громкой связи слышу, он там передает, алло, там, типа, или как что.